Один из братьев спрашивает меня: «У меня есть отец. Я хочу разыграть его. Дозволено ли это?» Я спросил: «А в чем розыгрыш?» «Я вот о чем думаю. Мой отец очень боится смерти. В один из ночей я проснусь на намаз около 2-3 часов ночи. А затем я надену на себя белую ткань. Я буду весь в белом. А затем я заберусь под одеяло отца и открою ему ноги. Руки у меня будут очень холодные, и я начну щекотать ему ноги. И скажу следующие слова: «Усман! Усман! Время пришло!» Вы только посмотрите, что у него в голове, какие шайтаны у него в голове. И месяц назад он окончил медресе. Я не скажу, кто это, вы узнаете его. Но суть вообще не в этом. Вы просто вникните. Я буду щекотать ему ноги холодными руками и скажу: «Усман! Время пришло! Поднимайся, время пришло!» И он еще спрашивает: «Могу ли я так разыграть своего отца? Если он сильно боится смерти, когда ты так пошутишь над ним? Если у него не выдержит сердце, и он умрет, ты станешь убийцей? Ты будешь тем, кто убил собственного отца? Да, ты можешь сказать: я же шутил. Но ты же знал, что он сильно боится смерти. И когда ты сделал это, зная, то ты убийца. Убивший одного подобен тому, кто убил все человечество. Об этом говорит Коран.